много знать и все вам рассказать. Смотрите, что у меня за спиной! Это настоящий паровоз! Сегодня я приехал в Чехалис, штат Вашингтон, чтобы узнать как можно больше о поездах! Смотрите! Сейчас я расскажу вам о деталях, находящихся снаружи паровоза. Начнем отсюда! Ого! Смотрите, какие огромные колеса! Ух ты! Здесь очень много колес! Да! Вот еще одно! О! Взгляните вот на это колесо! О, что у нас здесь? Ух ты! Какая большая штука! Да, ее называют топкой! Это она нагревает воду и создает пар, то есть давление. А вот там находится труба. А еще колокол. И, наконец, свисток. Ха-ха! Перейдем туда. Вот это называют будкой. Там сидят люди, которые управляют поездом. Чу-чу-чу! Идемте дальше. Вот это тендер. Ой, и посмотрите туда! Вон там вагоны поезда! Теперь мы с вами оказались в паровозной будке. Рядом со мной машинист, его зовут Рик. Привет, Рик. Привет. Рад встрече. А с этой стороны находится кочегар. Его зовут Роберт. Привет. Привет. И сейчас они расскажут нам о тех деталях, которые находятся здесь. Рик, что это за деталь? Это рычаг управления. Он заставляет паровоз ехать вперед. А если вот так, паровоз поедет назад. О, можно попробовать? Можешь попробовать, если хочешь. Вот так. Какой тугой! Ого! А теперь я хочу поехать назад. Ого, это даже тяжелее, чем вперед! О, здорово! Итак, мы решили, куда поедем. Скорость можно регулировать заслонкой. Ого. Это как газ в машине. У. Если потянуть, поедем быстрее. У. Понял? А если толкнуть, поедешь медленней. Или ясно? Поезд остановится. Я понял. Еще у меня есть свисток, чтобы предупреждать людей о приближении к переезду. Хочешь попробовать? О, да, конечно. Ну-ка, готовы? Ого, классный звук. А теперь я расскажу о том, как я останавливаю поезд. Я использую этот рычаг. Вот так, видишь? А вот этот рычаг останавливает только двигатель. А что это вот там? Там горит огонь. Он нужен, чтобы превращать воду в пар, который, ну, и двигает поезд. Ого, стоп, значит, огонь? А вот кочегар, который его поддерживает. Скажите, а это что за ручка? Она позволяет делать огонь больше или меньше. Если сделать так, ой, видишь, ого, огонь оранжевый. Да. А теперь уже нет. Ого, это круто. То есть вы отвечаете за огонь? Именно. А другие обязанности у вас есть? Я звоню в колокол, чтобы предупредить людей, что мы едем. Видите, я тяну вниз. Ого! И он звонит. А можно попробовать? Да, конечно. Супер! Слушайте! Ого! О-о-о, классно звучит! Что ж, спасибо вам! Сейчас все пассажиры займут свои места, и мы отправимся в путь. Теперь я прокачусь на поезде как пассажир.
И, конечно, возьму вас с собой. Ого! О, смотрите, что там! Ого! Это закрытый вагон. У него есть крыша. Ха, здесь здорово. Но, может, пойдем вот туда? Думаю, в открытом вагоне будет еще интересней. Идемте. О, здрасте. Привет. Ого! Мы вышли на свежий воздух. Поездка будет веселой, я уверен. Колеса пришли в движение, из трубы повалил дым, и поезд отправился в путь. Ого! Здесь столько красивых зеленых полей, смотрите! Ууу! А вот и деревья! Смотрите, какой живописный пруд! О-о-о! Столько водных растений! Я не очень хорошо в них разбираюсь, но они напоминают кувшинки. Тоже свежий воздух, хотя я нахожусь в закрытом вагоне. Ха, какой потрясающий вид! Едет он и берет разгон. Чух-чух, поезд идет. Я могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух. В стране очень много железных дорог, поезда доедут везде. Я уверен, интересно ехать вперед в вагоне в самом хвосте. А вот и последний вагон. Читаю я все вагоны, но они так быстро летят. Раз, два, три, четыре. И это не все. Чух-чух, поезд идет. Чух-чух, поезд идет. По рельсам едет он и берет разгон. Чух-чух, поезд идет. Я могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух. Одни поезда перевозят людей. Таких я ездил, ну а ты? Другие возят грузы далеко, топливо и фрукты. Когда поезд мимо идет, интересно, что он везет. Чух-чух, поезд идет. Чух-чух, поезд идет. По рельсам едет он и берет разгон. Чух-чух, поезд идет. Я могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух. Давай сыграем вместе в паровозик. Тяни вагоны вслед за собой, просто повторяй со мной. Могу целый
целый день поезда провожать, слышать чух-чух, 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 поезд идет. Чух-чух, поезд идет. Мне очень понравилось смотреть, напевать и танцевать под эту песню вместе с вами. Эй, если вам понравился этот выпуск и вы хотите посмотреть другие мои видео, то все, что вам нужно сделать, это вбить мое имя в поисковик. Вы же знаете, как меня зовут? Да, я Блиппи. Блиппи. Так держать. Теперь вы умеете произносить и писать мое имя. Блиппи! Ладно, до новых встреч! Удачи вам! Привет! Это я, Блиппи! И сегодня мы в интерактивном детском музее Олимпии, штат Вашингтон. Это будет очень интересно! Я люблю учиться вместе с вами! Идем! Привет! Это галерея строителей. Здесь можно строить всякое. О, вот я глупый. В общем, нужно складывать вместе эти деревянные детали. Итак, можно строить разные вещи в галерее строителей. Да, я почти достроил этот дом. Видите? Здесь у нас крыша, это каркас дома и стены и все остальное. Кроме оставшейся части крыши и гравия. Чтобы войти внутрь дома, нам нужен гравий. Да, для пола нужны камни. Мы не будем использовать ковер или плитку, или что-то такое. Мы используем гравий. Так что возьмем лопату. Так, сначала мы едем на самосвале. Ладно, мы уже приехали на место, где нам надо выгрузить гравий из самосвала. Так, теперь я беру лопату, кладу ее в тачку и потом качу ее. Готово. Вот так. Теперь нам надо набрать несколько больших камней. Ух ты. Это довольно большие камни. Из них получится хороший пол для нашего дома. Ладно, еще немного. Вот, готово. Хорошо, теперь нам нужно перевести их к дому. Вот так. Тачка — это очень крутая вещь. В ней получается легко перевозить тяжелые предметы. Как же нам их туда положить? Подождите, у меня есть идея. Может, нам использовать одну из этих досок, которая предназначена для крыши. Но сейчас мы положим ее вот так. И теперь сможем прокатить по ней тачку. И выгрузить ее. Готовы? Отлично! Ха-ха! Вот так. Видите здесь пол? Теперь здесь хороший каменный пол. Отлично! Теперь доделаем оставшуюся часть крыши. Да, вот так. Это довольно тяжелая работа. Ну, готово. У нас получился отличный дом. Я устал. Да, но прежде чем мы пойдем в другой зал, думаю, надо посмотреть на остальные инструменты. Вот это. Здесь очень много инструментов. Вы знаете, что это за инструмент? Это отбойный молоток. Смотрите, как он работает. Он очень быстро двигается вверх-вниз и разбивает асфальт.
О, а посмотрите на это! Похоже, у нас тут есть рулетка, чтобы можно было что-то измерить. У, а это, кажется, беспроводная дрель. Чтобы нам не пришлось медленно закручивать руками, она просто... Уи-уи-уи. О, и большая киянка. Это почти как молоток, только с большой головкой. А посмотрите на это. Это гвоздевой пистолет. Его используют, чтобы укрепить крышу. Да, гвоздями. Сейчас вел себя как медведь в спячке. Ха-ха. Медведи любят спать во время зимы. Ха-ха. Им тепло и уютно под снегом. Бррр. О, кстати, о снеге. Посмотрите, это же каток. Да, когда вода замерзает, то превращается в лед, и мы с вами будем кататься на коньках. Хо-хоу! Но сначала нам надо выбрать носки. Посмотрим, какие выбрать. О, эти миленькие. Ой, подождите, не думаю, что они мне подойдут. Положим на место. А как насчет? Эти довольно красивые. Так, я сниму кроссовки. Да, на мне уже есть носки, но это ничего. Эти носки очень крутые. И я с радостью надену их прямо поверх своих. Ну что, вы готовы? Ха-ха! 3, 2, 1! Воу! Ха-ха-ха! Уху! Так скользко! О-о-о! Лед очень скользкий! Воу! Ха-ха-ха! Помните, я сказал, что это лед? На самом деле, это тренировочный лед. Здесь тренируется в катании в носках. Ха-ха! Эй, у меня есть идея. Почему бы мне... не исполнить танец для вас, как выступление в фигурном катании. Вы готовы? Давайте музыку. Что ж, давайте спустимся. Подождите минутку. Что мне нравится в этом детском музее, это то, что вы можете спуститься по лестнице, а можете с горки. Да, я собираюсь спуститься с горки. Вы готовы? Увидимся внизу. Хе-хе-хе-хе! Какой быстрый способ спуститься, да? Воу! Я в порту Олимпии! Ха-ха! Ого, только посмотрите! Это гигантский кран! Ого-го! Эй! Смотрите! Да у нас здесь бревна! Да, 2 бревна, из которых потом сделают брус! Хм, так, повесим их на крючок. 1 бревно. 2 бревна. 3 бревна! Ой, снова 2. 3 бревна. Вот, а теперь я пойду подниму их. Да! У-ху-ху! Вот так! Отлично! Мы их поднимаем с корабля, а потом перенесем на сушу. О, это было здорово! Мы молодцы! Ну ладно, идем! Я лечу! Ха-ха, смотрите, я лечу! Ха-ха, да! У-ху! Во! Ха-ха, там дельфины!
Эй, посмотрите! Ого! Это так круто! Я кладу резиновых утят с этой стороны, а потом течение несет их сюда, и они плывут! Ху-ху! Уи! Ха-ха, смотрите! О-о-о-о! Эй! Ой! Ой! О-о-о! Думаю, синий придет первым. Ха-ха! А зеленый застрял! Пока, зеленый! Да, синий! Ху-ху-ху! Ха-ха-ха! О-хо-хо! Ого, смотрите-ка! Когда вода делает так, она очень мягкая. Это называется ламинарный поток. Ха-ха! Ух ты! И смотрите, на самом деле там внутри есть пар. Ого! Ха-ха-ха! Теперь я весь мокрый. Ого, смотрите, здесь две трубы. И из них выходит пар. Вот, посмотрите. Ого, если приставить эти трубы... Можно направлять движение пара. Воу, это так круто! Воу! А здесь что? Что это такое? Это похоже на водяной торнадо. Он называется вулкан. Воу, здорово! Эй, а кстати о мячах. Вот, у нас есть один мяч. Два мяча. Где же ты? Три мяча. Четыре мяча! Нет, сейчас только три. Нужен еще один мяч. О, четыре мяча. Ладно, идем туда. О, вот сюда мы положим мячи. Один желтый мяч. Один розовый мяч. Один красный мяч. И один фиолетовый. О, куда же они делись? Я не знаю, давайте посмотрим. Три, два, один! Ого! Вот это да! Получилось! Подождите, здесь пять мячей! Что? Ха-ха-ха! Да! Оу, посмотрите, я веду полицейскую машину. Смотрите, здесь у нас руль. Оу, а это у нас сирена. И не забудем про мигалку. Ого, здесь так громко. Оу, ладно. О, я люблю полицейские машины. И еще я люблю пожарные машины. Ух ты, пожарные машины – это круто, потому что они ездят в дома, строения и другие места, где случился пожар, и тушат его. О, эй, вот, смотрите, можно посидеть внутри пожарной машины. Ого! Слышите сирену? Ух ты! О, а сейчас я включил мигалки. О, люблю пожарные машины, большинство из них красного цвета. Эй, красный цвет, смотрите, это скорая помощь. Ух ты, ха-ха, у нее кузов в форме куба. Эй, можно в нее залезть, идем. О, давайте прокатимся! Ха-ха, машины скорой помощи молодцы. Они показывают, что кому-то нужна... помощь! Да, что он заболел? Оу! Оу! Ладно, и я думаю, что спереди здесь тоже есть мигалки. И, конечно же, сирена. Оу! Да... Вот здесь можно посидеть за рулем скорой помощи. Определите местоположение. О, местоположение? Ну, мое местоположение – это детский музей. О, включим мигалки. Поехали! Хе-хе-хей! Давайте спасем кого-нибудь! Хо-хоу! Ладно, здесь есть еще одна спасательная машина, но она наверху. Вы видите? Очень высоко в небе. Пойдемте поближе. Да, это не самолет, но это похоже на самолет.
потому что он тоже летает. И у него есть вертушка, но это не реактивный двигатель. Хотя и такие есть. Но в общем, я говорю про вертолет. О, я полечу на вертолете. Ого! О-хо-хо! Итак, о-хо-хо! Мы летим! Да, вертолеты тоже спасают людей. Есть вертолеты скорой помощи, и они еще могут тушить пожары. Вертолет можно по-разному использовать. О-хо-хо-хо! Чу-чу! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! Чу-чу! Уиу! Хе-хе-хей! Мне так понравилось с вами играть и учиться чему-то в этом интерактивном детском музее в Олимпии, штат Вашингтон! Ху-ху-ху! Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Да, произнесите его со мной. B-L-E-P-P-E. Блиппи, молодцы! Ну, пока! Чу-чу! Привет! Это я, Блиппи! Мы пришли в общество защиты животных, где узнаем, каким животным нужен дом. Я так взволнован! Идем! О, мы оказались в магазине, где можно купить угощения, игрушки, корм и много всего интересного для животных. Посмотрим, что у нас тут. Смотрите! Без кота и жизнь не та. Забавно. Отсюда кошки едят свой корм. О, взгляните-ка сюда. Это игрушки. Ух ты! Его зовут Барашек. О, а это маленькая рыбка. Думаю, это игрушка для котят, потому что они просто обожают играть с рыбками. О, это переноски. Смотрите, если вам нужно перенести животное из приюта, скорее всего, вы понесете его вот в такой вот переноске. Видите? Там животному будет удобно и безопасно. О, а это поводки. Ух ты, какие они разноцветные. Этот поводок красного цвета. Этот поводок розового цвета. А этот цвет вы точно знаете. Я постоянно его ношу. Да, это голубой цвет. О, перейдем на другую сторону. Ух ты! Взгляните-ка на этот цвет. Да! Он такой яркий и насыщенный. Этот цвет называется розовый. Ням! Тут угощение! Минуточку. Кажется, это угощение для... Я не могу открыть дверцу. Эй, там консервы, идем. Корм для кошек. О, еще миски. Это миски для собак. Идите за мной. Если у вас есть собака или кошка, вы наверняка видели такие вот пакеты. Да, внутри очень много корма. Смотрите, это корм для цыплят. Или, возможно, это корм со вкусом цыпленка. О, здесь тоже угощение. Смотрите, это вкусняшки. Собаки их обожают. Давайте-ка возьмем одну и угостим собачку. Идем! Видите этого пса? Его зовут Тимми. Посмотрите сюда. Он в галстуке бабочки. У меня точно такой же. Но моя бабочка оранжевая.
А бабочка Тимми, видите цвет? Ой, привет, Тимми. Бабочка Тимми красного цвета. О, у тебя очень красивая бабочка. Помните, мы купили угощение? Да, Тимми его обожает. Эй, Тимми, смотри, что я тебе принес. Угощение нём. Тимми обожает угощение. Это все равно, что для нас вкусный салат или даже кусочек пиццы. Ням! Молодец, Тимми! И последний. Держи! А теперь давайте поиграем с Пьером и Ягуаром. А вот они. О, смотрите, у меня на руках Ягуар. Привет, Ягуар. Он такой милый и мягкий. Привет. Видите? Он такой милашка. Так, а теперь поздороваемся с Пьером. Эй! У-у! Эй, привет! И тебе. Ой, интересно, а они родственники? Я не знаю, но они очень похожи. Эй! О, там есть игрушки. Давайте их принесем. Вдруг они им понравятся. Эй! Ха-ха. Хорошо. Хочешь игрушку? Ха-ха. Ой, видимо, нет. А ты хочешь игрушку? Это теннисный мячик. Лови! Ха-ха. Ладно, еще разок. Хочешь этот мячик? А как... насчет этой игрушки? Они такие милые! Смотрите, кто тут у нас? Это котенок! Эта кошечка устала. Она вздремнула. Вот знаете, когда вам посреди дня хочется спать. И кошечка легла поспать. Интересно, она видела сон? Да, посмотрите. Ух ты, это игрушка для кошки. Эй, котик, кис-кис-кис-кис. Сейчас ей не хочется играть, но кошки обожают игры. Очень важно играть со своими питомцами. Вот так. Кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис. Забавно, да? О! Смотрите, тут тоже кошки. Вот. Привет, котик. Привет. О, и здесь кошки. О. А, почти все спят. Ой, смотрите. Привет. Привет. О, к
Кто это у вас? Это Солнышко. Она прекрасная Солнышко. Кошка. И сегодня ей начнут наконец-то подыскивать новый дом. Да, она попала к нам такой одинокой. Мы надеемся, что она кому-нибудь понравится и ее заберут домой. Ух ты, а можно ее погладить? Конечно. Привет, Солнышко! Эй, Солнышко! Ух ты, посмотрите, это очень добрая кошечка. Привет! Правда красивая? Это точно. У нее зеленые глаза. Какие красивые глазки. Ну все, пока. Пока. Ха-ха, дом животных. Интересно, какие там животные? Идем. Ух ты! Прекрасная комната. У, смотрите. Привет. Она спит. В этом домике живет морская свинка. У, забавно, да? Ой, а там кто живет? О, привет, птичка. О, там птица. Смотрите. Милая птичка. Ой, посмотрите. Та птица была белой. И смотрите, этот кролик тоже белый. Ну надо же. Видите кролика? Привет! Я вам кое-кого покажу. Посмотрите сюда. Ого! Там тоже живет кролик. Ха! Привет! Ой! Куда же ты? Смотрите. Привет, кролик! Ой, убежал. Ха-ха-ха! Он бегает по кругу. Привет! Эй! Как дела? У кроликов длинные уши. Эй, кролик, привет! Как дела? Он очень мягкий. И с большими ушами. Ну все, пока! Так много милых животных! Что ж, до встречи! Пока! Питомец мой всегда со мной. Хочет быть рядом, милый он такой. Поднимет он настроение мне. И вновь так рад любой игре. Пес и кот, и кролик, и мышь будут с тобой, малыш. Черепах, змей и рыбок возьми, радуют пусть твой мир. Питомец мой очень дружен со мной. Как счастлив я рядом с тобой. Питомец мой очень дружен со мной. Кормить, купать их нам надо, и будут очень рады дрессировать. Сядь, Вито, сядь! Гулять, потом беседовать, правилам всем следовать. И да, их клетку чистить всегда. Птица, паук и червячок, ты их корми всех в срок. Пони, хомяк, ежик смешной, выбор такой простой. Питомец мой очень дружен со мной. Как счастлив я рядом с тобой. Питомец мой очень дружен со мной. Давайте, ребята, пойте со мной. Питомец мой очень дружен со мной. Как счастлив я рядом с тобой. Питомец мой очень дружен со мной. Как счастлив я рядом с тобой. Хе-хе-хе!
в океанариуме Odyssey в Аризоне! Идем! Будет просто супер! И я надеюсь, сегодня мы многое узнаем о животных! Ого! Посмотрите вокруг! Ха-ха! Ламбы как капельки! У-ху! Ха-ха-ха! Ладно, бежим! Почти наверху! Ого! Да, бежим! Нам будет очень весело! Ха-ха-ха! Видели? Я осторожно погладил по спинке двумя пальцами этого русского осетра. По-моему, ему приятно. О, как это здорово! Он твердый, но вся его чешуя покрыта слоем такой скользкой слизи. Она защищает его от паразитов. О, а вот и второй. О, как же круто! Ого! Вы видели? Я только что осторожно погладил ската двумя пальчиками по спине. О, ладно, давай погладим другого. Вон он! О-о-о. О, эй! Ха-ха-ха! Забавный! Пойдемте! О, как их много! Ого! Посмотрите, он отдыхает на дне. Это другой скат. Хм. О, он плывет. Эй, я сейчас расскажу, что чувствую. Немного похоже... О, еще один. Да, наконец-то я понял, каково это. Это похоже на... мокрого мармеладного мишку. Скользкий и мягкий одновременно. Но и твердый. О, так весело! О, привет! Привет, Блиппи! Что ты делаешь? Наблюдаю за рыбками. Это веслоносы. Ух ты, веслоносы! Здорово! Ты прав. Оп, пока! Пока! Ого! В рабочих помещениях океанариума так интересно! Привет! Привет! Ха-ха! Так круто! О! Ха-ха! Эй! Привет! Все такие милые! О! Посмотри! Мы прямо над аквариумом! Ого! Сколько же воды! И сколько рыбы! О! Ладно, нам туда! О! Только посмотрите, здесь снаряжение, очки, баллоны, костюмы. Нам нужно покормить акул, ведь они, наверное, проголодались. Бежим! Ого! Да! Так-так. О, вот это да! Здесь висит настоящая картина. На ней изображено строение акулы. Да! Вот здесь жабры. О, смотри! Идем. Вот, привет! Привет, спасибо. Да не за что. Как тебя зовут? Меня зовут Дэнни. Это Дэнни. И что ты тут делаешь? Я здесь с Кэти. Она как раз кормит акул сейчас. Ого, смотрите, там стайка рыб. Ого, а почему у нее рыба на палке? Так мы даем еду акулам. Они плавают там низко, поэтому нужна длинная палка, чтобы до них дотянуться. Ага, понял. Значит, они держат палку с рыбкой на конце. Тогда акулы приплывают и обедают. Похоже, это весело. Ого,
Это большая рыба. А какого размера рыба для акулы? Вот такая. Это луфарь. Он такой, ну, обычно голубого цвета. Ух ты! Слышали? Это луфарь. Он вот такого размера. А какой рыбы я буду кормить? Здесь у нас сельдь. Она побольше немножко. Так. И мойва. Она размером поменьше. Понял. Интересно. А... Да, так интересно смотреть на других, но... А можно мне покормить акул? Да, конечно. Супер! Только надень перчатки, рыба плохо пахнет. Ладно, надену перчатки. Тогда мои руки не будут пахнуть рыбой. Так, ну вот, я почти в перчатках. Готово. Одна перчатка, вторая перчатка. Ну вот, теперь что делать? Теперь бери рыбу, которую ты принес, и мы с тобой пойдем вон туда. Так, хорошо. Идем. Идем. Так. Пойдем на площадку для кормления. Ладно. Когда мы придем, рыба уже будет ждать. Супер! Ого! Смотрите! Я на платформе! Смотрите! Здесь нет защитного стекла между мной и рыбами! Ладно, я, пожалуй, прыгну. О, нет! Шучу! Ладно, начали! Бросать по одной? Да, можно по одной, можно все сразу. Ладно, обедать! Уи! Хо-хо-хо! Сразу приплыли! Им нравится обед! Ого! Смотрите, сколько их! Подплывают повыше, потому что знают, что сейчас я брошу им еще рыбки! Ловите! Уи! Ха-ха-ха-ха! Угощайтесь! Ха-ха! Вкусно? Вкусная рыбка или вкусная рыбка? Немного осталось. Ловите! Ого! Было так весело! Ха-ха-ха! Молодцы! Вау! О, она кормит черепаху. Идем! Ого! Сколько здесь классных штук! О, ладно, идем сюда. О! О! Дэнни, что ты делаешь? Я кормлю Грету, морскую черепаху. О, она кормит Грету. Красивое имя. О, а вот она, видите? Эй, Грета! Эй! О, а что Грета любит на обед? Грета любит салат. Еще она ест огурцы, перец, а иногда морковь. О, салат, перец, огурцы и морковь? У Греты здоровое питание. А можно мне тоже? Да. Класс. Ладно, а как надо? Понемногу? Да, можно и целый лист. Просто бросай ей. Это тебе, Грета. Ого! Что ты делаешь? Бросить еще? Давай. Иногда у нее нет аппетита. Ладно, вот так. Ух, она проголодалась. Держи, Грета. Ням. И еще. О, Грета очень большая. А сколько Грета весит, знаешь? О, она весит больше 45 килограммов. Ух ты. 45. Держи. Оп. Так, давай бросим большой лист. Покажем, как Грета съест его. Держи. Вот же он. Да. О. Эй. Привет. О. Большой лист салата. Ау! Хе-хей! Ау! Идем! Раз
мы трогали животных, нужно зайти в туалет и помыть руки. Идем! За мной! Пришли, вот и туалет. О, смотрите! Ха-ха-ха-ха! Ох, ну и ну! Наш туалет под водой! Между прочим, это один из лучших туалетов в Америке. О, здесь можно мыть руки и смотреть на акул! Акул и рыб! Ого! Как же здорово! Ха-ха, круто! Так, руки помыл, пойду сушить. А вы любуйтесь! Итак, поедем на эскалаторе в глубину океана. Ха-ха-ха, пойдем! Ого! Глядите! Мы как будто под водой! Смотрите! Просто здорово! Представляю вам выставку «Дно океана». Привет! Эй! Это морской лев! О, ой, а там еще один! О, какой большой! Ого! Ха-ха-ха! Круто! Вон, вон, вон! О, привет! Ха-ха! О, а еще я знаю, что здесь плавает тюлень! Давайте найдем его! Посмотрим. О, вон он! Привет! Видите его? Это тюлень. Привет! Итак, здесь три морских льва и один тюлень. И проще всего отличить их между собой. Вот так, я покажу. Итак, если вы морской лев, то на передних плавниках вы просто ходите. Вот так. Но тюлени не ходят. Они... Ой, привет. Тебе тоже интересно? Такой любопытный. О, это морской лев. Они ходят на своих плавниках. Это очень умные животные. Он плывет за мной. Попробую развернуться. Воу! Ладно, а тюлени, они вот так не ходят. Это морской лев. Морской лев. А тюлень? У тюленей плавники слабее, короче и толще. Они делают вот так. Они переваливаются. Так смешно. Ух ты, какие они чудесные. Давайте посмотрим на них. О, пингвины. Мы в закулисье океанариума, и мы пойдем к пингвинам. За мной. Так, нужно идти медленно и вести себя очень-очень тихо. О, привет! Привет! Кто ты? Хач. Это Хач. Что ты здесь делаешь? Работаю с пингвинами и рептилиями. О, пингвины и рептилии. Видите вон тех пингвинов? О, привет!
Здесь всего два пингвина? Нет, есть и другие. Бери игрушку, мы будем с ними играть. Конечно! Давайте возьмем игрушку и найдем остальных пингвинов. Посмотрите! Нужно двигать игрушку. Они любят играть с движущимися игрушками. Это наша Вайлет. Она уже пришла играть. Похоже, ей нравится моя тень. Такое бывает. Пингвины любят контрастные цвета. Они очень хорошо различают цвета. У них в глазах есть палочки и колбочки. Как и у нас. Вот как? Они... Хотя они птицы, но они похожи на кошек. Немного. Им нравится играть с разными игрушками. И совсем как котят, их можно гладить. Ух ты! Интересно! Как здорово! Эй, посмотрите ближе! О, пока! Оп! Пингвины такие забавные! А откуда эти пингвины? Эти пингвины из Южной Африки. В нашем океанариуме их 32. Ого! 32 пингвина? Они из Южной Африки? Да. Не из Антарктики? Нет, не из Антарктики. Они из тех видов пингвинов, которые больше любят тепло. О, ясно. Это так интересно. Тепло и пингвины. Все время узнаю что-то новое. Давайте сядем прямо сюда. Подождем, пока Хач принесет пингвина. Ух, я так рад! Я поглажу пингвина! Ух, привет! Эй, я поглажу пингвина двумя пальцами. Осторожно по спине. Эй, ты готов? О! Эй! Такой мягкий! Вы знали, что у пингвинов 70 перьев на вот таком участке? Они маленькие и плотные. Можно еще погладить? Да, можно. Супер! Тебе нравится? Приятно? Она красавица. А зачем она трясет своей головой? Это значит, что она довольна. Может, она в тебя влюбилась? Ух ты! Целоваться не будем. О, привет! Вот это малый пингвин. Он невысокий. О, а здесь показан, какой рост у разных пингвинов. О, вот с таким мы встречались. Это очковый пингвин. Ого, они все выше и выше. О, смотрите, как выросли. Ого, посмотрите, какой большой. О, 1.30 м. 130 сантиметров. Батюшки, какой высокий. Ха-ха. О, это большой пингвин. Смотрите, это тукан! Ха-ха, такой клюв! Ха-ха, он чем-то похож на банан. Только очень большой банан. Ха-ха, там еще птица. Бежим! Оу! Привет! Ха-ха, яркий попугай! Эй! Как дела? Ха-ха, о! Он желтый, синий, а голова... Зеленая! Эй! Я хочу показать вам еще одно животное. Бежим! О, смотрите! Только посмотрите! Он двигается очень медленно. Вы знаете, кто это такой? Это ленивец. Давайте играть в ленивцев.
привет! Как дела? Это весело! Ну ладно, пока! Смотрите, это выдры! Они милые! Смотрите, как плавают! О, наверное, они могут совсем не дышать очень долго! Ого! Такие быстрые! Хо-хо-хо. Они похожи на водных кошек! Но они не кошки! О, эй! Привет! О, а вон еще одна! Здорово! Было так весело познакомиться с разными животными в замечательном океанариуме Аризоны вместе с вами. Я с вами прощаюсь, но вы легко найдете другие мои выпуски, просто набрав мое имя. Напишем его вместе. Готовы? B-L-E-P-P-E. Блиппи! Умнички! Пока! До встречи! Оу, привет! Это я, Блиппи! У меня с собой походное снаряжение, потому что сегодня мы с вами отправляемся в поход. О, я люблю природу! Она такая красивая! Здесь так много цветов, пеньков и деревьев! О, посмотрите-ка! Насекомое! Это похоже на гусеницу! Ух ты! Привет, гусеница! Ну ладно, нам, наверное, надо идти, чтобы добраться до лагеря до темноты. О, эй! Какое красивое растение! Видите? Это папоротник. О, класс, смотрите, он зеленого цвета. О, здесь у нас дерево. Ой, прости меня, папоротник, посмотрите сюда. Это дерево. Да, вы знаете, что такое дерево. Оно покрыто корой, и еще на нем растет мох. Посмотрите, какое оно высокое. Оно гораздо выше меня. Да, ладно, посмотрим, что еще здесь есть. Ого! Эй! Смотрите! Еще одно насекомое! Привет! Похоже, это стрекоза! Привет, стрекоза! Как твои дела? Ха-ха. Ладно! Ха-ха. Мы идем дальше! О, смотрите! Это паук! Привет, паук! Как проходит твой день? Я перенесу тебя вот сюда, чтобы никто на тебя не наступил. Что ж, пойдем дальше. Оп, подождите-ка, здесь еще насекомое. И что же это за насекомое? А это богомолы. Ух, они такие крутые. Смотрите, вот как они выглядят. Здравствуйте, я богомол, привет. Ну ладно. Фу, думаю, мы почти пришли. Я уже немного устал. Фу. Фу. Ух ты! Посмотрите! Это же идеальное место для лагеря! Да! Ладно, давайте остановимся здесь и сложим все наше снаряжение. Вот так! И вот так. Фу! Думаю, мне надо попить. Итак, я достаю все свое походное снаряжение. Ха-ха-ха. Не мог же я забыть про зефирки. Да, буду их жарить на костре. О! А это печенье и шоколад. Вы когда-нибудь делали сморы?
походное блюдо. Ха-ха, такое вкусное, я люблю его. А это палочка для жарки зефира. Ха. О, а это моя раскраска. Буду раскрашивать ее в палатке. Это будет здорово. Так, что у нас тут еще есть? Вот, у нас здесь вода, видите? Берите с собой воду. В походе она очень нужна. Вкусно, я люблю воду. А это мой оранжевый спальник. В нем мне будет очень уютно. О, а это мой синий стол. Позже я его поставлю рядом с костром, чтобы наслаждаться, глядя на огонь. И жарить на костре зефирки. Здорово. Ладно. И у нас есть большой бинокль. О! Посмотрите на него! В него можно увидеть что-то очень далекое. Например, птиц. Ух ты! Я вижу одну. Ха-ха-ха! Привет, птичка! Привет! Так, это положим сюда. И у нас есть фонарь. Посмотрите-ка. О, он очень ярко светит, так что все будет видно, когда стемнеет. И большая 4-литровая бутылка воды, чтобы когда я решу пойти спать, я мог залить водой костер, чтобы не было никакого лесного пожара. Это было бы очень плохо. О, да, моя походная трость. Ха-ха-ха, вы ее уже видели. Она помогает мне идти по лесным тропинкам. И последнее, но очень важное, моя палатка. Да, она как дом. Ведь когда ты в лесу, тебе нужно где-то спать, правда? Согласны? Да. Так, давайте ее откроем. Думаю, надо поставить палатку. Вот так, начали! Это как пазл. О-хо-хо! Это пока положим вот тут. И у меня еще одна такая штука. А теперь самое веселое. Будем поднимать палатку. Вы готовы? Ну, как она выглядит? Правда здорово, да? Та-да! Теперь внутри можно спать. Ха-ха. О, я забыл снять кроссовки. Ха-ха. Да, снимайте обувь, прежде чем залезть в палатку. Тогда в ней не будет грязно. Так, теперь застегиваем. Вот. Ха-ха. Это так здорово! Ладно, раскраску я положу сюда. Теперь мне надо распаковать спальный мешок. Да, мой оранжевый спальник. О! О! Вау! Ладно, это положим туда. А теперь вот так. Спальный мешок – это очень удобно. Да, в нем мягко и тепло ночью, когда снаружи холодно. Так, теперь так, залезаем внутрь. Оу! Уу! Ху-ху-ху! Видите? Ночью мне будет тепло и мягко. Так, о, у меня есть чем заняться. Давайте пораскрашиваем. У меня здесь есть цветные карандаши. Я люблю раскрашивать, когда хожу в поход. Потому что раскраски – это весело. И еще потому, что это творчество.
Это очень здорово. Вы любите раскраски? Да, в них можно что-то придумывать. Вот здесь можно раскрасить дерево. Смотрите. Блиппи, добро пожаловать в мой дом на дереве. О, это круто. Да, можно раскрасить то, что уже нарисовано, или найти чистую страницу и на ней нарисовать что-то свое. Например, синий. Один. Два кружка. И... Ха-ха, улыбающееся лицо. И... Язык. Ха-ха. Ладно. Так что мы здесь делаем? Мы же в походе. Снаружи так много интересного. Думаю, нам надо вылезти и поиграть в прятки. Что скажете? Ха-ха. Я обожаю играть в прятки! Ха-ха-ха! Итак, чтобы играть в прятки, кто-то из нас должен спрятаться, а кто-то должен искать. Да. Значит, я спрячусь, а вы ищите, хорошо? То есть... Так, готовы? Давайте считайте до пяти и закройте глаза, ладно? Раз, два, три, четыре, пять! Ку-ку! Видите меня? Ха-ха! Видите меня? Да! Ха-ха-ха! Вот он я! Ха-ха! У-ху-ху! Молодцы! Это было весело! Ха-ха-ха-ха! Этот костер такой классный! Ха-ха-ха! Что ж, каждый раз, разводя костер, надо быть очень осторожным. Да! Я развел этот костер, и я вообще-то взрослый, если вы не знали. А дети никогда не должны сами разводить костер. И если вы оказались возле костра, то рядом должен обязательно быть кто-то взрослый. А если никого нет, вам надо позвать кого-то. Эй, взрослые, кто-нибудь подойдите к костру! И еще возле костра, помните, да, я уже говорил про бутылку воды. Да, в ней около 4 литров. Ха-ха-ха. Нужно обязательно, чтобы возле костра была бутылка воды. На случай, если огонь выйдет из-под контроля. Тогда вы сможете полить его водой. Ха-ха, и потушить. Но наш костер под строгим контролем. Видите? Я сделал для него костровище. Да, да, так я ограничил место для огня. И еще кое-что. Убедитесь, что нет никаких веток или листьев, ничего над костром или вокруг него. Да! Так что у нас безопасный костер. И я думаю, пришло время приготовить сморы. Вы когда-нибудь готовили сморы? Они такие вкусные! После хорошего ужина можно приготовить сморы. Вот, смотрите. Так, у нас тут есть печенье. Да, оно прямоугольное. Разломаем его пополам. И тогда у нас получится 2 квадрата. Ням! Ладно. И еще у нас есть цилиндр. Да, это цилиндр. Видите форму? Но это такой зефир. Называется маршмеллоу. Он такой вкусный! Так, я кладу его пока сюда. Вот, вообще-то, мне надо быть немного более организованным. Вот круглая белая тарелка. Итак, видите вот этот шоколад? Да, это третий и последний ингредиент в сморах. Я люблю шоколад. Вот, он состоит из маленьких прямоугольников. Видите? Да, прямоугольники. И все вместе они составляют большой прямоугольник. Так, первое, что надо сделать, это насадить цилиндр, то есть маршмеллоу, на палку. Тогда вам не придется держать его руками прямо над огнем. Это было бы очень плохо. Вы остаетесь на безопасном расстоянии от огня. Так, отлично. О, теперь мы жарим маршмеллоу. О, он становится золотистым. Оу, почти готово. Ух ты, выглядит просто отлично. Вы видите?
Хо-хо-хо! Отлично! Это будет очень вкусно! Итак, надо положить его на шоколад прямо сверху. А шоколад должен лежать прямо на печенье. Вот так. Маршмеллоу, а сверху еще печенье. Вытащить палочку. О, отлично. Вы видите? Я называю это классный, классный, классный суперсмор. Ням-ням-ням-ням, готовы? Да. Я думаю, это отличный момент для походной песни. Поскорей поставим здесь палатку мы, и ночью нам будут звезды все видны. Горит костер, еду готовим и едим. Эй, пропоем наш походный гимн. Веселимся, идем в поход. Поймаем рыбку, нам сегодня повезет. Будем солнца лучи ловить. Так чудесно время проводить. Полюбуемся природой, отдохнем. В лесу зверей и насекомых мы найдем. И у костра историй можно много рассказать. Ни минуты нельзя скучать. Пропоем, веселимся, идем в поход. Поймаем рыбку, нам сегодня повезет. Будем солнца лучи ловить. Так чудесно время проводить. Можем плыть на лодке по реке большой. Будут птицы петь прямо над тобой. Поспеши, если ты уже готов. Но не забудь спрей от комаров. Веселимся, идем в поход. Поймаем рыбку, нам сегодня повезет. Будем солнца лучи ловить. Так чудесно время проводить. Пойте все со мной. Веселимся, идем в поход. Поймаем рыбку, нам сегодня повезет. Будем солнца лучи ловить. Так чудесно время проводить. Моры такие вкусные, а поход – это так весело! Вы хорошо провели время сегодня со мной? Да! Ну, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной? Блиппи! Блиппи! Молодцы! Ну ладно, мне, наверное, сейчас надо затушить костер. Да! Вот так! Привет! Это я, Блиппи! Скоро мы с вами познакомимся с фламинго и с другими животными, которых мы называем амбассадорами. Будет интересно! Хочу я много знать и все вам рассказать! Блиппи! Привет! Это я, Блиппи! Посмотрите, где я сегодня! Сегодня я в зоопарке Вудленд в Сиэтле, штат Вашингтон! Вы уже бывали в зоопарке? Да, это так круто! Можно увидеть больших животных, маленьких животных, даже насекомых, если хотите! Ха-ха. Да, я в предвкушении! Идем! О, мы с вами на территории вольеров! Это так круто! Ого! Посмотрите-ка! Оу! Похоже, это угощение для животных! Ням! Ха-ха. Ладно, положу это на место. Ух ты! А это настоящая еда для этих животных! Да, это то, что они едят каждый день! Эй, посмотрите, видите эти штуки? Да,
насыпаем немного этой пудры, перемешиваем и получаем то, что эти животные любят есть каждый день. Ладно, давайте я положу это на место. Эй, вы заметили, что там лежало? Это похоже на перо. Наверное, оно принадлежит животному, которое здесь живет. Да, перо. У птиц есть перья. И видите, оно розового цвета. Хо-хоу! Вы знаете, какое животное или птица розового цвета? Да, фламинго! Ладно, давайте оставим перо здесь. Ха-ха. Теперь возьмем это угощение и пойдем поищем фламинго. О, это же Джон! Привет! Привет, Блиппи! Как ваши дела? Хорошо, добро пожаловать к фламинго. Спасибо, а что вы делаете? Я собираю перья. А это наше фламинго. О, вы видите фламинго? Ух ты! Вы не против, если я подойду к ним? Подходи, конечно. Хорошо? Эй, давайте подойдем поближе к фламинго. Оу, привет, фламинго, привет! О, эти фламинго такие красивые! А вы знали, что когда фламинго рождаются, они белого цвета, да, серые, ну, бело-серые. А потом, когда подрастают, они становятся розовыми, потому что пища, которую они едят, тоже сильно розовая. О, это так круто! А видите, какие у них длинные ноги? Хо-хо-хоу! Они очень длинные! У взрослого фламинго ноги длиннее, чем все остальное тело! У-ху-ху! Это так интересно! Эй, а видите, что у них ноги сгибаются назад? Да, у людей ноги сгибаются вперед! А вот у фламинго ноги сгибаются назад! Вы, наверное, подумали: о, какие подвижные колени! Но я расскажу вам действительно крутой факт. Вы видите, у них вот это место прямо посередине ноги. Да, похоже на колено. Но там у них на самом деле щиколотка! О, это странно! Так, думаю, надо высыпать это угощение в воду и посмотреть, подойдут ли фламинго. Так, ладно, угощайтесь! Это шоу животных-амбассадоров. Ух ты! Еще одно животное! Это замечательное место! Привет, как тебя зовут? Я Сьюзи. О, рад знакомству. А это кто? Это Гарри. Он полосатый скунс. Ух ты! Полосатый скунс? Я вижу черный и белый. А почему у него такие полоски? Эти полоски помогают ему предупредить хищников вокруг о том, что он скунс. А если они уже сталкивались со скунсом, то они точно не захотят, чтобы он их обрызгал. А, ясно. Так, вы сказали «обрызгал»? Это про запах, который мы чувствуем, когда едем в машине? Примерно, да. Это очень сильный запах, и вы его ни с чем не перепутаете. И легко определите, если скунс вас обрызгал. О, ясно. А зачем скунсы это делают? Это их способ защитить себя. Если скунс чувствует угрозу, первое, что он сделает, это выступит вперед или он встанет на передние лапы, и это значит: «Не подходи ко мне, а то не поздоровится». И если зверь продолжает приближаться, его могут обрызгать. О, похоже, что наш Гарри гимнаст, если он стоит на руках. О, это забавно. А что он ест? Сегодня он ест насекомых. Он очень любит жуков, любит овощи и фрукты. Он даже ест мясо. Ого! Гарри, это так круто! Я люблю скунсов! О, посмотрите! Ха-ха, еще одно милое животное! Хо-хо-хо-хо. Это Эдуардо! Привет, Эдуардо! Эдуардо – это трехпоясный броненосец! О, похоже, что он ест каких-то насекомых! Это ведь так вкусно для него. Я вообще-то получил разрешение зайти внутрь, но, вероятно, ему могут очень понравиться мои кроссовки, потому что они пахнут. Так что я зайду и посмотрю, заинтересуется ли он. Привет! Эй! Как твои дела?
Ого, вы видите его? О, у него очень твердый панцирь. Да, трехпоясный броненосец может передвигаться в виде шарика. Но он сейчас этого не делает, потому что это для него защитный механизм. Да, а он себя чувствует комфортно сейчас. Эй! Видите, как он принюхивается? О, он такой милый! А когти у него на лапах такие длинные, надо же! И из-под панциря у него торчат волоски. Ха-ха! О, посмотрите на него! О, смотрите-ка! Это же ястреб! Подождите, а вы кто? Меня зовут Линси. Я присматриваю за животными. Ух ты! А как зовут этого ястреба? Это Сиско. Ему 32 года. Ух ты! Сиско такой красивый! Оу, мне нравятся его крылья. А у него большие крылья или тонкие и маленькие? У него большие широкие крылья. Они хороши для полетов, но не очень для пикирования. О, ух ты! Они живут в стаях или поодиночке? Эта порода ястребов особенная. Они живут группами или семьями с другими ястребами. Большинство хищных птиц живет поодиночке. О, надо же! Мне нравятся глаза Сиско. Что в них особенного? Ястребы и другие хищные птицы имеют очень острое зрение. Это так круто! И мне нравится его клюв. Посмотрите, он такой острый. А можно я посмотрю поближе? Конечно. О, посмотрите на Сиско. Ух ты! О, такой царственный. О, привет, Сиско! Ух ты! Ух ты! Еще одна удивительная птица! Ого! Это кроличья сова! Ого! Как ее зовут? Ее зовут Папу. О, рад знакомству, Папу! А я Блиппи. Вы видите ее глаза? Они такие большие и желтые. О, это значит, что она хорошо видит? У сов отличное зрение. Ого! Но Папу такая маленькая, это что, птенец? Нет, Папу взрослая сова. Оу! И она, как и другие совы, летает по ночам, чтобы найти еду? Ну, другие совы ночные птицы, они бодрствуют ночью, а Папу дневная, она бодрствует днем. О, это так круто! Папу, она такая милая! О, мне очень хочется ее потрогать, но я лучше не буду. Можно посмотреть поближе? Конечно. Ух ты! Посмотрите! Это анахи. Да, она такая красивая. О, видите, как она высовывает язык? Да, она так часто высовывает язык, чтобы принюхаться. Это так чудно! Мы с вами нюхаем носом, а она использует для этого свой язык. Да, эта змея называется краснохвостый удав. О, посмотрите, как она обернулась вокруг дерева. О, привет! Ух ты! Надеюсь, у нее сегодня хороший день. О, она такая большая! Сейчас в ней 7 футов роста! Да, это примерно 2 метра 30 сантиметров в длину. О, но она будет еще длиннее. Она вырастет еще намного больше. У-ху-ху, да! Она может быть ростом в 12 футов. Это примерно 4 метра в длину. О, это так круто! Ух ты! Смотрите! Это Блю. И Блю – исполинская ящерица. Она похожа на змею, правда? Да, змея с ножками. Но это не так. На самом деле она ящерица. Ух ты! Она так круто выглядит! Вы видите ее язык? Да, он синего цвета. Это необычно. Наверное, хищники думают, что этот язык ядовитый. Да! О, видите ее уши? Ух ты! Думаю, она хорошо слышит.
О-о-о, надо же! Как твои дела? У тебя все хорошо? Ух ты! Смотрите, это Тат, а это Кайра. О-о-о, посмотрите на них, привет! Это египетские черепахи. Когда я слышу слово «черепаха», я думаю о большой черепахе. Но это уже взрослые черепахи. О-о-о, куда это вы идете? Они, наверное, голодные? На самом деле, они живут в пустыне, да. О, и это логично, это же египетские черепахи. Ого, смотрите, они идут друг за другом. Это забавно. Уа-хо-хо-хоу! Привет, пингвин! Эй! Вы это видели? Там такой милый пингвин! Но разве не весело нам было сегодня в зоопарке Вудланд в Сиэтле? Да, мне было очень интересно видеть всех этих прекрасных животных. Эй, а какое твое любимое животное? У-ху-ху-ху! Это отличное животное! Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной? Блеппи! Блеппи! Молодцы! Ну ладно, до скорых встреч! Пока-пока! Привет! Это я, Блеппи! Посмотрите, где мы! Да, это Фантастик Плейториум! Развлекательный центр для детей! Идем! Оу, привет! Блеппи, привет! Да, вперед! Первое, что нам нужно сделать, это снять обувь. Одна кроссовка. Вторая кроссовка. Пока-пока! Ух ты! Посмотрите! Оу! Это здорово! Крутиться на карусели! Эй, пианино! Здорово, правда? Да! О! Здесь какая-то круглая штука! Наверное, если мы сядем в нее, то сможем перевернуться вверх ногами. О, я сейчас перевернулся один раз. Эй, это же горка! Ладно, прокатимся! Уи! И напоследок снова покрутимся еще! Уи! О-о-о-о! Обожаю крутиться! О-о-о-о! О-о-о-о! У меня кружится голова! Воу! Воу! У-ху! Посмотрите! Да, я стреляю мячиками из этой игрушечной пушки. Ого! Давайте обойдем ее и посмотрим, попал ли я в цель. Ого! Это было здорово! Я не попал в цель, но был очень близко. Эй, кстати о цели. Вот, посмотрите сюда. Ого-го! Вы видите, какого цвета эта мишень? Да, начиная с внешнего круга, она красная, желтая, зеленая, синяя, голубая и снова красная.
А вы знаете, как называется самый центр мишени? Он называется яблочко. Да! О, смотрите, сколько мячиков! Оу! Ух ты! Так, у меня идея. Положим их сюда. И поехали! Это было так круто! Воздух толкал мячики вверх! Да, снизу на самый верх. Ладно, у меня еще идея. Интересно, сколько мячей я удержу? Ой, один я уронил. Ладно, давайте посчитаем. Вы видели? Два только что упали, так что начнем с двух. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь мячиков. Ух ты, как много мячиков я удержал в руках. Ладно, посмотрим, какого они цвета. Вот они. Это красный, фиолетовый и оранжевый. О, и вы знаете, что я умею делать с тремя мячами? Да, поехали! Воу-воу-воу-воу! Да! Воу-воу-воу! Эй! Смотрите, я балансирую на этих круглых штуках. Ой, подождите, а это что? Ха-ха, это мяч с шипами. У-ху! Уи! Так, сейчас я закручу его очень сильно. О-хо-хо-хо-хо! Ладно, а теперь в другую сторону. О-хо-хо-хо! Так, а теперь закрутим его медленно. Готовы? У-ху! Это было круто! Отлично! Хо-хо-хо! Ладно, идем! Вот, посмотрите, я балансирую на иголках кактуса! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ого! Смотрите! Ой, я здесь еле пролезаю! Меня сплющивает! Хо-хо-хо-хо! О, ух ты! Да, это два больших оранжевых цилиндра! Я иду. О. Получилось. Ладно, продолжаем. О, посмотрите, похоже на качели. Это очень весело. Так расслабляет. Вы раньше качались на качелях? Да, да, например, в парке. Или на площадке. Это очень весело. Видите, как я сохраняю энергию, наклоняясь вперед, когда качели идут вперед? Вперед. Вперед. А теперь наклоняюсь назад. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Ха-ха-ха-ха. Это здорово. Ладно, давайте пойдем туда. Так, сейчас я попробую перепрыгнуть через этот крутящийся цилиндр. А какого цвета он, давайте скажем. Да, это голубой и желтый. Ну ладно, поехали! О! О! Хо-хо-хо! Это смешно! О-хо-хоу! Эй, посмотрите! Здесь надо балансировать. А посмотрите на цвета. Ой-ой-ой! О! Оу-оу! Ладно, итак, они похожи на мишени, правда? Да. Итак, какие это цвета? Здесь есть два моих любимых цвета. Да, начнем с внешнего круга и пойдем внутрь. Так, это у нас цвет оранжевый. Да, вы знали? А это какой? Да, желтый! А этот центральный круг? Он голубого цвета! Да, два моих любимых цвета. Голубой и оранжевый. Ой! Ха-ха-ха! Ладно! Ха-ха-ха! Еще балансируем. Воу!
Ого-го! Голубые и оранжевые подвешенные ступеньки! Это так круто! Ух ты! Еще испытание! Я люблю испытания! Поехали! Уи! Уху! Я кручусь! Еще! О-о-о-о-о-о! Ладно, давайте посчитаем, сколько я покручусь на этой штуке. Готовы? Начали! 1, 2, 3! Да! О, немного голова кружится. О-о-о-о! Ой! Ой, ладно, теперь еще одно упражнение на баланс. Ой, ой, о-о-о, о-о-о, видите, как он крутится? На нем и правда трудно устоять. Ладно, идем дальше. Итак, я иду. Красный, зеленый, серый. О, посмотрите! Да, у нас здесь желтый валик и такой бело-серый валик. Уи! Да, ладно, идем. Эй, смотрите, если покрутить его направо, то будет так. Это направление, в котором на самом деле движутся стрелки на часах. Мы говорим по часовой стрелке. Да, видите? Ага, и посмотрите. О, мы крутим в противоположном направлении, да! Мы сейчас крутим его налево. Видите? Налево. Налево. Это называется против часовой стрелки. Идем! Воу! Осторожно! Уху! Еще раз! Уи! Ну ладно, пойдем! Так, повторим цвета. Красный, серый, зеленый. Ой, подождите. Я сказал зеленый. Но это же не зеленый цвет. А какой это цвет? Да, это оранжевый цвет. Эй, а посмотрите сюда. Так глупо. Вот же зеленый цвет. Попробуем еще раз. Готовы? Оранжевый, зеленый, красный, серый. Молодцы. Ух ты. Ого! Ого! Посмотрите! Как паутина! Ха-ха-ха-ха! Да! Я как насекомое в сетях у паука! О, это смешно! Ой! О! О-хо-хо! Да! Молодцы! У-ху! Смотрите! Да, что это? О-хо-хо-хо! Это же горка! Да, я люблю горки! Ты начинаешь наверху, и сила притяжения помогает тебе катиться вниз. В зависимости от наклона горки, ты скатываешься медленно или быстро! Ну, еще влияют, конечно, сила трения, сопротивление, скорость ветра и все такое. Неважно. Но сейчас я уверен, что скачусь очень быстро. Хо-хоу! Поехали! 3, 2, 1! Это круто! Мне понравилась эта горка. Я ехал очень быстро. И мне нравится учиться. У-ху! А еще я люблю прыгать на батуте. Хе-хе-хей! Эй, смотрите, сейчас я прыгну очень высоко. Воу! У-ху! У-ху-ху! Уа!
А теперь я буду прыгать очень низко. Было очень здорово играть и учиться! У-ху! Да! Вам было весело? Да, и мне тоже! Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной? Б-Л-И П-П-И Блипи! Молодцы! Ну ладно! До скорых встреч! Пока! Да! Посмотрите, где мы! В игровой зоне Giggle Jungle! Идем! Привет! Привет! Класс! Какое же красочное место! Смотрите! Это белый, это голубой и зеленый! Ого! О, смотрите! Да! Что это? Какая классная штука! Запрыгивай, дружок! Уи! О, смотрите, это зеленый цвет! Воу! У-ху! Ого! А вон еще одна! Прости! Классно! Да? Это так здорово! Ладно! Ого! Вот здесь зеленый. О, пошли! О, а что делать здесь? Со мной! Сюда. Да! Все, теперь моя очередь. Оп, оп. Оранжевого цвета. Да. А этот голубого цвета. Как моя рубашка. Идем. Ого, дельфины. Зеленый дельфин. Посмотрите на этого! Розовый дельфин! И голубой дельфин! Обгоняй. Ого, да. Давай, иди, иди, иди. Ого, только посмотрите.
Хорошо, я зайду. Я захожу. Воу! Смотрите, сколько шариков! Смотри, какие вот шарики! Вот это а да! Один плотный, но я не вижу. Да! Ого! Давай! Смотрите, какой шарик! Он красного цвета! Да, да. А это голубой! Голубой цвет! А этот зеленый! Воу! Ого! А вот этот розового цвета! Ого! Ух ты! Здесь так весело! Давайте пойдем туда. Да, все идем туда. Я тебе помогу. Съезжай. Ого, моя очередь. Вау, вау. Съеду еще разок. Подниматься надо там. А, там? Ладно, я поехал. Воу-воу-воу! Ху-ха! Ух! Хотите попробовать? Воу! Съезжайте! Только осторожно! Поберегись! Штука еще и крутится. Давай, и на нее можно залезть. Смотри, куда они. Воу! Я выше облаков! О, а это голубой цвет. А это розовый. И голубой. Розовый. И снова голубой. Вашингтон. Пока! Воу-хо-хо-хоу! Привет! Это я, Блиппи! Ого, вы видите, что там? Да, куча бревен! Воу-хо-хо-хоу! Сегодня я в порту Олимпии в штате Вашингтон. И эти бревна приготовлены, чтобы отвезти их в разные страны и строить потом из них дома. Но штат Вашингтон очень крутой, потому что за каждое спиленное дерево местные компании должны посадить минимум 3 новых дерева. Представляете? Ха-ха! Так, я думаю, нам надо исследовать этот порт. Но сначала защитная экипировка! У-ху-ху! Я люблю безопасность. А теперь можем осмотреть порт. Ха-ха! О-хо-хо-хоу! Видите это? Это кран! Он очень большой! Я люблю краны, потому что они могут взять что-то с земли и поднять это очень высоко вверх! Да, очень тяжелые вещи! Ха-ха! Я собираюсь рассмотреть этот кран! О-хо-хо-хоу! Смотрите, это у крана колеса и шины! Да, шины у него черные, а колеса голубого цвета. Вы заметили, что эти колеса сдвоенные? Да, раз и два. Не просто одно колесо, а два. Эй, у меня идея. Давайте посчитаем все эти колеса и шины. Так, я начну отсюда. Вот,
Начнем! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Восемь колес и шин! Но подождите-ка, помните, я сказал, что они сдвоенные? Значит, у нас восемь раз по два! Восемь раз по два! То есть 16! Ха-ха, молодцы! Но подождите минутку! Мы же с одной стороны крана! И есть еще столько же с другой стороны! И получается 16 раз по два! Это очень сложно! Еще раз 16 раз по два! 32 колеса с шинами! У-ху-ху! Мы молодцы! Ого, вы видите? Там стоит какой-то рабочий. Давайте поговорим с ним. Привет! Как вас зовут? Привет, Блиппи! Как дела? Я Фрэнк. Приятно познакомиться. Мне тоже. Что вы делаете? Я слежу за оборудованием на морском терминале, и сегодня мы проверяем этот портовый кран. О, кран, это так круто! Можно подняться? Да, идем! Идем вперед! Ого, мы поднялись! Ха-ха. Заходите! Заходите! Ух ты! Вы видите? Ого! О, я сейчас сяду в кресло. Ха-ха. Здесь сидит оператор. Ого! Смотрите, как мы высоко! Оу! Ух ты! Ого! Это так круто! Мы на высоте 90 футов, примерно. Это около 30 ярдов или метров. Ха-ха. Ого! Видите? Вон те крюки. Это чтобы брать предметы. Они могут подхватить что угодно. Бревна, лодки, контейнеры. Да, много всего. О, давайте посмотрим. Ух ты! Какие большие кабели! Это камера подъемной машины. О, они огромные, правда? О, а здесь у нас электропомещение. Хо-хо-хо! Посмотрите на это! Ха-ха-ха! Ой, смотрите, там еще один рабочий! Он здесь работает. Привет! Ха-ха, круто! Так, давайте выйдем отсюда. Ух ты! Теперь мы идем в машинное отделение. Ого! Смотрите, какой большой мотор! Ха-ха, Фрэнк, насколько он большой? Ну, в нем 12 цилиндров и двойной турбодизель Каминза. Ого! Да уж, это большой и мощный мотор. О-хо-хо! Смотрите, какой большой крюк! Ха-ха-ха! Осторожно, он крутится! У-у! Вы видели, какой он огромный? Ух ты! Его используют, чтобы поднимать очень тяжелые вещи. Ха-ха-ха! Вот так! Ого! Смотрите, какой большой корабль! Да, это специальное судно, на которое погрузят все эти бревна, а потом оно поплывет в океан и перевезет и доставит свой груз! Ха-ха! Ой, а что это тут написано? Запрещенная зона, вход только для персонала. Ха-ха, это мы с вами идем! Ого! Такие большие бревна
Их здесь так много! Думаю, нам надо их посчитать. Готовы? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 10444, 10445, 10446, 10000... О, нет, я сбился. А, ладно, неважно. Думаю, бревноукладчикам надо вернуться к работе, а нам пора отсюда уходить, чтобы они погрузили больше бревен на корабль. И увидимся! Ух ты! Здесь у нас маленький катер. У-ху-ху! А это катер среднего размера. У-ху-ху-ху! А это большой корабль! И еще здесь есть вот такой подъемник. Этот подъемник подъезжает к воде, опускает в воду эти ремни и потом может поднять целый катер. Или сделать наоборот. Он может поднять катер, который стоит там на парковке, подъехать к воде и спустить катер на воду. Эй, смотрите-ка! Какие у него большие ремни! Они такие крепкие! Вообще-то, эта штука может поднять вес, равный 7 школьным автобусам. Ха-ха, это очень большой вес! Ладно, давайте отойдем отсюда, чтобы рабочие могли поднять лодку. Это будет круто! Ого! Эта машина такая большая! О-о-о-о! Вы видите, что происходит? Эти ремни сейчас опускаются к воде. Потом они опустятся под воду, подплывет катер и остановится над ними. И тогда ремни поднимут катер и потом перенесут его на землю. Видите, что они делают? Они используют шесты, чтобы подталкивать судно. Медленно и аккуратно, чтобы судно не ударилось о причал. Да, наверное, это не их судно. И они должны обращаться с ним очень деликатно. Это как если вы берете у кого-то поиграть игрушку, вы должны обращаться с ней очень бережно. Вы видели, как они только что подняли катер? Да, и вытащили его из воды. Теперь колеса подъемника будут крутиться, и он доставит катер на землю. Это было круто! А теперь пора поскрести. Хо-хо-хо! Посмотрите, здесь целая куча рачков и даже какие-то водоросли. Оу! Выглядит вкусно, но не для меня. О, ну вот, теперь чисто. Да! Что ж, мне, наверное, уже пора, потому что здесь еще много интересных катеров. Да, смотрите, очень много! Ну, а мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесите его со мной. Блиппи! Молодцы! Ну, до новых встреч! Пока!